будем делать фаршированные помидоры. Это легкая закуска, состоит из помидор, творога и чесночка. Для начала нам нужно почистить помидоры, вырезать серединку. Приехала мама опять делать нам закуски. Мама приезжает, успевает и закуску сделать, или приготовить нам что-нибудь интересненькое, и с внуком поиграть, когда мы не в садике, конечно. Помидоры. Помидоры что же сейчас? Лето уже заканчивается, а помидоров нет в этом году. Есть ложка поменьше? Нет, самая маленькая. А уже? Разрывает помидоры. Самая маленькая. Я имею в виду по... Я понимаю, нету. Нету. Вот это есть, но она не остренькая, такая маленькая. Ну, пойдет. Две дубли будет выгребать. Кофейная. Серединку, чтобы не разрывать помидоры, вытащить. Можно делать это шапочкой, ну, шапочка нам ни к чему. Вот, вытащили все внутренности. И так продолжаем. Делаем количество, кому сколько хочется. Размер помидора тоже независимо, но мы выбрали специально маленькие помидоры. Можно из черри это делать тоже, кстати, очень круто. Да, можно из черри делать. Это зимой, когда совсем нет помидор. Зимой у нас сейчас все есть. Ну, они совсем не вкусные. Ну и вот так мы дальше. И все. Тогда зачищаем, сколько кому нужно помидор. Дальше продолжаем. Помидорчики мы почистили. Мякоть мы выбрали, брали в другую сторону. Она вам пригодится там в борщ или в заправку какую-нибудь. Теперь дальше берем творог. 5%. Мы взяли, да, 5% простоквашино. Не знаю, где-то так вот. Меньше, чем полпачки попробуем. Нам хватит, наверное, на это количество помидор. Перетираем. Хватит? Думаю, нет. Да, полпачки точно. Перетираем его с укропчиком. Добавляем сюда чесночка, два зубочка я почистила. Чеснок мы любим. Если бы он еще был домашний. Ну, это не то, не китайский, по крайней мере. И добавляем немножко майонеза, чтобы оно не было такое сухое. Так, кстати, еще нужно будет, ну, мы сейчас немного майонеза мы попробуем присолить. Вот такая вот красивая заправка получается. Мне уже нравится. Очень вкусно. С помидором оно хорошо сочетается. Сам по себе чеснок, майонез и укроп. Уже, да, сочетание вкусное. Вкусное. Еще творожку. Достаточно. Вкусно. Ну, теперь берем. И фаршируем каждый помидорчик. Вот таким образом наполняем. И так продолжаем фаршировать помидоры. Вот мы уже заканчиваем. Они маленькие, быстрые. Будем когда подавать к столу, протрем их дополнительно красивенько. Да, чтобы было красиво, по краям протереть можно будет. Также, сами же говорю, не обязательно маленькие. Можно большие помидоры.
Ну, маленький, мне кажется, удобней. И этот маленький помидор, он сам по себе вкусный. Коктейльный. Ой, как у нас все поместилось красиво. Отправляем в холодильник. Да, холодильник чисто для того, чтобы оно остыло, было прохладно. И потом просто подавать чай чуть-чуть. О, ребенок уже просит супа. Сейчас будем кушать. Итак, пришел Дима с работы. Я порезала перец наш вот такой вот. Вот это, который острый. Это сладкий. И помидорчики, закуска с творожком. И, конечно же, грибы. Вот сейчас мы будем ужинать. Такой ужин я приготовила. А вы смотрите, все эти три блюда, две закуски и грибы в нашем блоге. Все в отдельных видео.